«Ходите по всему лицу земному и научите все народы всему тому, что я вам заповедовал». Так сказал Иисус Христос своим ученикам и начал возноситься. И они пошли. И вот уже много веков несут Христовы заповеди людям, невежественным и грешным, слабым и самонадеянным, гордым и сомневающимся. Несут словом и делом, открывая нашему сознанию дорогу к вере, отрекаясь от многого, привычного и необходимого, того, что мы называем мирскими радостями. И в поселке Саракташ, на лице земном, есть такие люди – Николай Евгеньевич и Галина Юрьевна Стремские, а проще и привычнее – отец Николай и матушка Галина. Недавно поселились они здесь. Купили обыкновенный домик, завели обыкновенное, вовсе не великое по деревенским меркам, хозяйство. Кошка, собака, куры – все как у всех. Но почему все-таки не Николай Евгеньевич, а отец Николай? У меня, конечно, появилось желание, вот именно такое искреннее желание служить Богу. Это желание у меня впервые появилось еще в армии. Случилось так, что я уходил в увольнение, и мне приходилось беседовать неоднократно с священником города Самарканда. Он и сейчас живой там служит, отец Дмитрий. И вот я приходил к нему, он мне наставлял на духовный путь, вот именно что на духовный путь. Вот. Привлекал к богослужению, я стоял на службе, там молился и так далее. Он мне, значит, был как духовным отцом. Вот она же меня спросил, у тебя нету желания связать свою жизнь со Христом? Это было такое его, так сказать, первое такое, значит, как бы сказать, обращение, да, или как, может быть, даже, не знаю, как сказать правильно. Вот. И после этого я стал задумываться. И действительно, то со временем я почувствовал, что у меня есть вот, искреннее желание служить Богу. Сколько вы здесь уже? На Благовещение будет ровно 2 года, как я служу здесь. Вот всего 2 года. За это время вы развернули строительство нового храма, по сути дела, организовали Дом Милосердия, воскресную школу. Почему такой большой организационный размах в вашей работе? Ну, наверное, потому что время, я бы сказал, приспе. Время приспе. Может быть. Но те, кто хоть когда-нибудь занимался строительством, знают, как это трудно. Особенно сегодня, в пору всеобщего дефицита. Не хватает и средств, поэтому многое делается своими руками. И кто знает, может быть, лики святых, если они выписаны рукою матушки Галины, будут ближе и роднее тем, кто придет в храм. Храм, который, подобно многим, пережил трагедию разрушения. Ну что было, я работал на элеваторе, плотником был. Бригада была у меня 11 человек. Мне пришел директор этого элеватора, заявляет, в субботу, на воскресенье, чтобы была бригада вся твоя наготове. Пойдем ломать церковь. Я говорю, я не пойду, а я тебе приказываю. Ну, я пришел сюда все-таки. Пришел, бригада собралась. Я ему заявил, что я работать не буду. Ну, тут начали ломать. Он залез сам на крышу вот сюда. Вот этот кумпол стоял, этого не было тут. Там было просто сделано вот так вот. Он залез, там ему охота была снять Божию мать и бросить ее в пол. Он это сделал. Бросил ее прямо в пол, как все равно не знаю еще. Ну, уже тут, когда начали вот этим брызгать, машин нагнали эти. А людей-то много собралось в тот день? Весь Саракташ был тут. Весь Саракташ. Что есть. Что надо было, они все делали. Ну, их вот этой водой разгоняли. Со школы пришли, говорят, а возле церкви народу, говорят, церковь ломает.
Вот, но кой прибежал, тут все было оцеплено кругом. Вот, а после бабушка это говорила, говорит, нас всех, это старые, которые сюда пробирали, вот, нас собрали всех в машину, да увезли на завод коммунары, там их прям насыпью вывалили. Оставайтесь, бабки, здесь. Не церемонились. Этот загоревшийся храм принципиально не стали тушить. А здесь обошлись без огня. В личном архиве отца Николая есть фотографии старого храма с его прихожанами и батюшкой. И детского сада, в который его потом переделали. Вы помните ведь то время, когда всех попов называли глупыми, толстыми и жадными? Вот этот стереотип восприятия не мешает вот сегодня в вашей работе? Знаете как, мне кажется, что сейчас отношение к священнослужителям в корне изменилось везде и у каждого. Вот. За все мое пребывание здесь, в Ракташе, меня, по крайней мере, в глаза еще не назвали, допустим, попом там, или как-то оскорбили, как-то стараются люди, значит, обходиться более-менее вежливо. Все-таки я бы сказал, что священнику отношение изменилось в корне. Отец Николай, а вы как к иноверцам относитесь? Положительно. Положительно? Положительно. Ведь у нас в Оренбургской области очень много вероисповеданий. Ну да, много очень вероисповеданий. Но мы видим в иноверцах образ и подобие Божие. Понимаете, то есть каждый человек, будь то иноверец, будь то, значит, и нация другая какая, каждый человек носитель в себе образа и подобия Божьего. Поэтому мы не должны призывать к расовым дискриминациям, а наоборот, должны призывать к любви, к единению в единении всех людей во Христе Иисусе Господе нашим. Конечно, сказано так: един Господь, едина вера, едино крещение. То есть, значит, Бог один, и вера должна быть одна. Как вы считаете, существует мода на религию? Ну, в наше время, вы знаете, к сожалению, может быть, и появляется такое понятие, как мода на религию. Это в силу бездуховности человека. Крестится, как бы сказать, грубо говоря, по конвейеру какому-то. Пришел, покрестился, и на этом все. Может, даже пришел домой, крестик снял, положил на стол и забыл о том, что он давал Богу клятву перед Евангелием и крестом, обещание быть верным до конца. Около 70 детей второй год посещают воскресную школу, организованную отцом Николаем. Учат уроки, повторяют пройденное, получают отметки и слушают. Там на востоке, где жил Господь. С жадностью впитывают то, что одни раньше называли опиумом для народа, другие – сокровищницей мировой культуры. Дети сегодня, слава Богу, вольно выбирать. Эти выбрали. Многие из них, по примеру отца Николая, хотели бы стать священнослужителями. Вот, потому что хотя бы, я бы считаю так, значит, это кому дано, тот и будет священнослужителем. Потому что Господь сказал, что не вы меня избираете, а ад, значит, я вас избрал на этот путь. Хотя бы из них получились православные христиане. Я сегодня наблюдала, как вы разговариваете с вашими прихожанами, и столько было какого-то родственного тепла в обращении. И я так же, как и, допустим, вы, или, значит, так же, как и все любой смертный, также пристану пред судом Божьим и буду давать ответ о своей прожитой жизни. Поэтому я не могу сказать, как удается ли мне что-то сделать или не удается. По крайней мере, каждый из нас, из священнослужителей, должен стремиться к тому, чтобы быть, значит, примером для всех
И вот как написано вот сзади креста, видите, как написано, образ буди верным словом, житием, любовью, духом, верою и чистотою. Понимаете? То есть вот это напоминание о том, какой должен быть священнослужитель. Вот, насколько это в наших силах, мы должны к этому стремиться. На твое искушение, но избави нас от лукавого. А если в государственный дом престарелых был, вы бы куда пошли, в государственный дом или в церковный? Сюда, сюда, что вы, меня, значит, хотели вон в Оренбург? Говорю, не поеду, нас поют, кормят, мы почитаем, попоем, больше нам ничего не надо. И не молилась, и ни одну букву не знала, и молитву не знала. А сейчас благодарю Господа, я хоть молитву научилась. И благодарю царицу, и благодарим нашего отца духовного. Конечно, спасибо отцу Николаю, что своими личными усилиями и неоднократными визитами к администрации поселка возвращает он церкви ее древнее и святое дело – пригревать на закате жизни немощных, убогих, серых. Тех, у кого нет уже надежды ни на друзей, ни на родных, ни на врачей и государства, только на Господа. Хотеть, чтобы священников было больше, а многие уже сейчас говорят, что их слишком много и так. И говорят, что профессия священника, если еще не стала модной, то скоро будет модной. Знаете как, я, конечно, не знаю, кто так говорил. Вот. Неверующие. Да, вот именно, что неверующие, по всей видимости. Но священник вообще-то не профессия. Это не профессия. Это служение Богу. И понимаете, называйте, значит, это служение профессией, это было бы немножко неправильно. Конечно, для неверующего, может быть, это профессия. Вот. Но мне кажется, что неверующий, он никогда не станет священником. Скоро, совсем скоро на некогда порушенном храме, символом которого, кстати, Ноев ковчег, заговорит колокол. Наша программа подошла к концу. Хочется верить, что она хотя бы немного прибавила вам оптимизма в этой жизни. Если программа понравилась, пишите. Если не понравилась, пишите и звоните тем более. Мы надеемся, что вам есть чем поделиться с нами. Мы верим в это. Как верят и герои нашей программы. Они ведь верят. Каждый в свое.